Уважаемые товарищи, коллеги, друзья, начиная наш круглый стол, несмотря на жесткую оперативную повестку, которая включает в себя все то, что прямо сейчас волнует людей, и рост цен, и пандемия, и репрессии, недостаток элементарной работы и зарплаты, тем не менее, есть мечтатели, есть люди, которые считают, что и в это время надо собираться в долгосрочные проекты, думать о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Поэтому по инициативе вот Сергея Георгиевича Левченко мы проводим круглый стол «Государство развития». Здесь собрались люди разных политических взглядов, несмотря на то, что Сергей Георгиевич привел и целый ряд своих, естественно, единомышленников и однопартийцев. Еще раз подчеркиваю, здесь есть люди разных взглядов, даже с разным отношением к нынешнему президенту. Но еще раз, мы обсуждаем не оперативную повестку, а завтрашний и послезавтрашний день. «Государство развития». Что это такое? Каким оно должно состояться и что нужно сделать для того, чтобы оно состоялось. Сергей Георгиевич, политик, член КПРФ, бывший губернатор Иркутской области, надеемся, не только бывший, но еще будущий. Пожалуйста, вам слово.